свежая выпечка и мед, овощи, фрукты и рыба. Сезонные ярмарки продолжают свою работу. Торговые ряды на проезжей части вдоль Горького 41 будут работать каждую субботу с 19 сентября до 7 ноября. По воскресеньям с 20 сентября по 1 ноября палатки расположатся на рынке «Автострой Престиж» на Минской. Идентичный график работы у рядов на садоводческом рынке на Дзержинского и на Карла Маркса. В этом году уличная торговля проходит с нововведениями. Продавцы надевают защитные маски и перчатки. Для покупателей стоят антисептики. На прилавках будет представлен полный ассортимент сельхозпродукции. От фруктов и овощей нового сезона до мяса, рыбы и саженцев.